Но неожиданно он получает смс-сообщение такого характера, что бывший жених Гриши женился. Сейчас это не Гриша, а Галина. Галина Петровна. Жанна помогает ему одеваться на свадьбу. Ей. Идет, да? Или не идет? Ну, вообще на какого-то милиционера похоже. Ну, не знаю. Как-то... Давай вот эту поменяем. Давай. Ну, давай вот эту курточку поменяем. Может быть, буду выходить на улицу, у меня как бы будет... Я буду эффектный, ну, как Жанна Фриске. Прям, чем... Я же петрозимая красотка, ну, что ты знаешь. Да, давай сейчас попробуем. Красотка такая, что... Давай. Сумочка не идет, да? Сумочка какая-то не очень. Ну, тоже так думаю. Давай сейчас. Красота. Брошка в тему, да, вижу. Красиво, красиво. Так. Не изящно она смотрится, не изящно. Как-то, как-то неудобно жмет. Вот другое дело костюм. Он более... эффектно, чем нежели вот эта куртка, которая... Не, брошка интереснее, ну ладно, все равно. Да, так. Так, что ты тут пишу? Повернись к нам лицом, невестушка. Ужас! Представляешь? С детства. Я его любила, понимаешь? И вдруг он вышел замуж! Он вышел замуж? Ужас. Да.